заменить одновременно. Это танец страсти. Потому что Монки обычно на стриме показывал все это, а Валера обычно это говорила. Он сейчас делает одну и вторую работу. Смотрите, заходите на стрим. Две эридарки горячие. Просто показывают свою прелесть. Там, конечно, река. Не очень. Надо дренейки, чтобы были. Ну, подходи, у меня ШП дренейка, но надо заходить в инст и уходить на котом. Конечно, рекаунт на полэкрана, но ничего, блядь. Ты заебался своим рекаунтом, блядь. Смотри, тут пиздец, что происходит. А что ты спиной ко мне встал? Вот этот, который ближе к стене, блядь. О! Сейчас всех засуманю. Вот это я понимаю, блядь. Съемка и распространение порнографии на территории Российской Федерации запрещено законом. За тобой уже выехали. Так это не порнография, это эротика. Ща как это, в том ролике, блин, разрушат весь дом, блин. Ты видел там? Я так, что-то видел. Там подхвостик. Что там, коз выпустили на пастбище? Смотри, у нее присак вот этой вот зеленой. А что у тебя там, капюшон, я что не могу понять, оружие какое-то за спиной? О, ну-ка. А одень это, шапку какую-то. Это чисто похоже на то, что, блядь, Войт тебе проститутку где-то на улице выбирает. А у тебя вот там вот что вот там? А что, у тебя ведро там? Он... Ой, не, не он на опыте, расслабься. На конкретно прям, ну. Смотри, какие движения, блядь. Что там, добавил, сука, я про шмот, нахуй. Ебать, ну-ка, я не читал никогда там, пиздец, там заебешь читать. Самое важное, запомни, что шаманы и паладины не могут ролить шмот на дух. Войт, ну твой последователь, этот, нежить на шамане, только элем. Так, ну вроде все. А чё у нас, кто? Кого я не добрал? А можно вопросик? Там он Энима зашел, спрашивает. А вон Энима возьми, да. Эниму забирай. В рейде на 25 человек трени на физ дамаг лутают топ-5 ДПС. Трени на кастеров лутают топ-4, плюс хилы. Почему физ дамаг лутают топ-5 ДПС плюс танки? Короче, он возникает насчет того, что типа танков не упомянули. Потому что танки не ДДшники, а треня, которая идет на СПД дамагера, она может подойти и хилу. Не, он имеет в виду то, что если он идет танком, но ролит на ДД, ему как поступать? Ну тогда он ролит, блядь, на ДД. Просто ролить со всеми будет, вот и все. Я не могу его ДПС померить. А шо там, больше девушек нет никаких? Подходите, чё одна осталась только? Значит, рожденные со своими маленькими дыньками пошли в сторону. Давайте там какую-нибудь троллинку. Да нам там. Какими дыньками, ягодки? Да-да-да. Чел ливнул. Ну ладно. С таким, типа, одетыми людьми, которых не передамажишь. А, ну, Жень, тут ты долго еще плюс собираешь, потому что параллельно тебе еще собирают грулмаги. А, да пофиг вообще. Есть места? Да. А кто это спросил? Ну, место освободилось. Смотря то, кого. Ну, кинь плюсик. А, первый тролль, что ли? Да. Первый тролль, ну ты это... Думай над своим ДПСом, потому что... Он сегодня четвертый кусок у меня в каре замнал. Надо что-то решать. 5000 это маловато. Для маги грул нормально, дальше маловато. Заходи, осталось для тебя место. А я сорвал, потом спехнусь, научусь только. Вот это с белыми дыньками, это кто? Это хуман, что ли? Что могу подать? Да. Как перед можно тобой подавать он суть? И пастухом, и продавцом, блядь, фруктов, и сутенером. Продаю орехи, короче. Подавай, наденься. 500 голды. Смотри, у меня сиськи здоровые какие. Не оденься. Эй, шалава, иди к своим. Сумойтесь. Помогайте, сумойте. Потом заходите на YouTube, чекайте, как ваши персы выглядят. В HD качестве. Будете знаменитостями.
Да. Будут подписчики у меня. Горячий контент. Что-то я забыл, кстати. А есть это? Как оно, блядь? Иллюзорное масло волшебное. Ханта, чё ты перчи в сакет не вставил? Эй, забыл. Ну чё ты как этот, а потом вставишь. Потом мы полетим на магика, сгоняешь, дал, не ставишь. Тоже так, чё, ставлю рыбку, кушаем рыбку. Сейчас у нас получается джанки там, сейчас метки поставлю. О, локал хочешь, поебись, я тебе пома дал, поставь там как ты хочешь. Поебись, вон там три рейдарки раздеты. Да, у нас три танка джанки. Ставил метку, подаван. И Ясенпал. Ясенпал везде. А здесь все вижу. Давайте, как Войд делал, я с ним тогда ходил, мне понравилось, так более сейвово. Подаван, ты на кроше. Ага. Джанки, ты на олме. Услышал? Ага, и Ясенпал, ты держишь троих. Короля и слепоглаза скиллера. Услышал? Отлично. Так, по хилам. А что у нас? А, ты двигаешь, я, блядь, туплю. По хилам. Альфа-тестер, ты кидаешь частицу на подавана и хилишь джанки. Ты только на них сидишь, больше ни на что не отвлекаешься. Кто-то умирает, тебе пофигу, ты должен держать игл танк. Вот. Анзай, твой ясен, ну, ясенпал, короче. Ты его держишь на фулах, остальное как получится. Нет, так нет. Чисто его. Ну все, остальные хилы на рейде тогда. Ну и все. Заливаем сначала Олма, потом Кроша. Маги, не забывайте у Кроша воровать доспех. Потом буду дальше метки ставить. Танки будут забирать, все буду говорить. Рыбу покушали, кто еще не поел. Сейчас посмотрю, кто не поел. Женя, посмотри, а в банке есть масло на ап? Да, конечно, есть. У меня все да, есть. Я куплю. Нет бафа еды, Unholy Frenzy, ёпта, ну как так? Сколько, Жень? Здесь я в Долоране. Сейчас я его вытащу. Ну, у меня показывает 260 гол. Надо кому-то? Блядь, а где ты был раньше, я же спрашиваю. Другими вещами. Ой, я не табу. Могу. Да иди сюда, я тебе дам. Я уже Дима всего не покупаю. Две банки можешь продать? У меня осталась одна банка один заряд, другая банка 4. А-а-а. Я думаю, 4, да? Кому там 400 голд есть банка? Че? Суманите, пожалуйста. Ты купил, да, себе? Да. Все, отлично. Есть шкаф, Локи? Поставьте, пожалуйста. Не, ну у нас Гризишмяк был, но он что-то забил хер на игру, когда 4-4 собрал. Самый да, первый. Да, и дамажил 10 плюска. Да, хорошо дамажил. Спасибо. Все, да. Бафаемся. Там он Холи подошел только сейчас. Скидываем баф. Блять, а почта есть? Бля, рыба. Сейчас поставлю, сейчас поставлю. Бля, сука, а ты не мог раньше подготовиться, Анхоли? Купить купила. Анхоли поставила. Ну вот, вот звезда стоит. Мажем грудаки. Пьем фласки. Кона, Анхоли, Аркрайт. Сарижа, кто. Кому, если вам нужны шмотки, пейте. Не нужны, как бы пофигу. Ибо я. А то много времени не так уж потратил. Анхоли, будешь пить фласку? Да, конечно. Слушай, хартуки, ты же когда ты с нами ходишь? Масло на ролл не влияет. Хочешь пей, хочешь нет. Как бы я пью всегда. Не нужно. Все, готовы. Даю время на отчет. Я скажу, когда деру, сразу давать не нужно. Банды, набыхивайтесь. Даю время и поехали. Где она будет? Не забывайте на пулу сдавать. Антрога, у вас всего два на пулу. Это обязательно. Поехали. Отводи, Ясенпал. Все, давайте геру. Максимально быстро заливаем. Держите свои цели, хилы. Маги, воруйте доспех сейчас, если есть, чтобы уже какое-то время на нем его не было сразу, и вы резистили что-то, его сплэшем били.
Приехали в крест. Можешь подтягивать любого другого сейчас, кто был на боссе, которого мы убили. Любого, кроме короля. Кроме короля подтягивать нам. Берем крест. Поехали. Стой по глазу. Ничего пока подтягивать не надо, чтобы нас не откидывало, спокойно будем бить. А я короля заберу. Ну, забери, да. Будет проще. Охуенно забрал. Еще раз. Да я в шипе стою. Ликан, тащи сюда оставшегося, кроме короля, который. Сейчас встаньте так, чтобы они отлетали в короля. Ну, поехали сами туда, уходим. Еще раз говорю, встаньте так, чтобы не отлетать в короля. Локал, кинь на подаван охоточки, пожалуйста. О! Я тут встал, так удобно, тут редарочка. Машет топором и хвостик сзади такой. Да, заебись. Мне тоже нравится. Ну шо, где там дамажащий рог, блядь, не вижу, мне первые три места только показывали. Рога заебись вообще. Да я шучу, конечно, рога вообще красавчик. На бурсте там помогло отлично. Все, поехали, короля. Ну сейчас, а, все, кончилось, крутилка, поехали. На крутилке отбегайте, не ждите дизарвов, там всякой хуйни, просто отбегайте. А это, трепет работает тут? Трепет работает, но он только на ярости дает фир. Это шо, мутик у него получается? Я не знаю. Я вообще в рогах не шарю. Да, кинжалы, значит, мутик. Он же 13 обещал, а дает только 10. Ну да, гимноману дам. Чтоб меня хоть будяк догнал. Выёбываюсь. Отходите, милики. Что я забыл, линковой сорян. Заблизялся. Ой, еще и живой, нихуя себе. Ну, бля, ебать, даже меньше половины. Это что с матом, что за хуйня? Отбегите, миленький. Топайте пока, зачищайте, сейчас разрулим. Пока на мобах останься, или как в танке, рольте тканевый пояс с меткостью ДДшники. Ебать, вы, конечно, молодцы.
Киньте еще раз. А, он джипси забрал. Забейте. Фейк год еще кинь. А, второй раз. Парольте кожаную башка кому-то нужна. Рога, код. Ну, если не надо, я на ов заберу. На ов, да, рольте кому нужна на ов. Я встал как тупой, блядь, а у меня чипал, еще плечи. Рок, шам, рольте. Пиздец, обида ебаная. Ой, тебе нужны плечи? Вот, они... не прошли Т4. Они у меня есть. Владюха, у тебя нет плечей, я надеюсь. Не хочу тебя проверять. У него есть, плечи. А зачем ты ролил тогда? И это не Владюха, это другой тип. Владюха, у него такой же ник, как и остался. Владисов, зачем ты ролился, у тебя есть? Че, на нем одеты, что ли? Да. А, ну да. Дайте одеться другим людям, чтобы мы проходили ИВК-25. Золотые слова. Не так, что я сейчас три спека одену, но пойду-то я все равно в одном. А Шепард, у тебя сколько кусков? Два или три? Четыре куска у него. Я не смотрю на количество кусков, хоть пять рольте. Главное, чтобы у вас на вас сейчас не было одета плеч, который вы ролите. Ну, я пока не бисаю, поэтому на второй спект не ролит. Взрослый став, да, быстрее набежишь. Или конспект, если вот дня. Чё тогда, подаван, ты танкуешь босса, джанки, ты набираешь агро. Ты вторым был танком уже, джанки, знаешь, что делать, да, надо? Да-да-да, я в прошлый раз с ним танчил. А, ну, а он был, просто главное, чтобы он этот раз не забыл включить этот... Да-да-да. ...стойку. Ага, хорошо. Это бывает, никто не против. Так, 5 минут еще у вас есть, сейчас я расставлю метки. Можете там покачаю налить. Потом мне по миликам распределять, по хилам. Так, проживете. Ставлю метки, РДД стоят в этих метках. А милики бегают эти метки на притяжках. Три. Четыре. Пять. Все, первая патия. Череп. Стоят РДД, милики то бегают на притяжках. Вторая патия. Крест. Третья патия. Квадрат. Четвертая луна, пятая трусы. Найдите в какой апатии и встаньте туда. Еще раз говорю, первая апатия череп, вторая крест, третья квадрат, четвертая луна, пятая трусы. Хилы там я вас не распределял, так что если видите, что никто ничего не прохиливает, пробегитесь, прохилите. Никто не умрет. Киньте ребаф еще раз массу, вот там умирал человек. Что тебе не так? У тебя всего лишь 3 милика, нормально все бегается. Да хрена с ним. Всех во тоже. Второй, во второй пати все четко сделано, там сова стоит, потому что он ворген. Так что тебя тут допихать нету смысла. Так, ладно. Все, проверяю, на все тут или нет. Кулак пороги дайте, он просит. Как дадут кулак, скажет, что дали. Гавар, покричишь на хп? Ага. Ну все тогда. Что там, кого ждем? Подавана. Ждем. Танка самое главное. Давайте, даю отчет. Напуливайте роги на основного... Ой, рог и хант на основного танка, на подавана. Даю отчет и поехали. Да лучше на джанке. Ну ладно. А он и так наберет. А вот у нас в ДД есть такие, которые без напулов могут порвать. В центр подальше его заведи.
Еще. Все хорош. Сильно даже вывел. Ну ладно, так бьем. Сейчас у нас ясен пал отвалится. Вот бежали в свои метки. На пульте на джанке, пожалуйста. Ясен пал не истус. Все, осторожно сейчас. Ну да, кстати, сними не истус, то правильно. Все, подходим к боссу. Геру давайте. Конечно, правильно, я не ошибаюсь. Все, поехали заливать. Прям хорошо отрывается босс Мин. Выключайте, блять, пуканье. Заебало, да? Да я просто думаю о том, что все слушают, как у меня укает гру, блядь. Да не, мы знаем то, что там дренейки. С грулом. Жалко дренейк. Готовимся, через 15 секунд будет притяжка. Свои метки убегаем. Никто не забывает. 5 секунд притяжка, готовимся. Сука, блядь. Бежали свои метки. Ебать. Паркрай, дай БР сычевки, найди его, пожалуйста. Вот он, череп, по-моему. Ага, хорошо. Бля, Катя там где-то даже в топ-10 мелькает. Охуеть. Молодец. До следующего удара мы не доживем. Уж добивать. С завалов милики бегайте быстрее. Еще больно очень ликану прилетело. Тридцать секунд удар с земли, все-таки полетим еще раз. Сори, же завал. Готовимся, через 10 секунд будет притяжка. 4 секунды притяжка. Сука. Ну-ка.
Все, добиваем. Чай ДПР не шрогу. Убегайте из завала. Все, реже. Ну все, уже реже. Не знаю, завала выбежать вообще изи. Он с двух стаков убивает, но очень долго второй стак набирается. Ну что, не надо, можете уже на грули, а? Классический наш набор, люблю ебать. Хилы рольте, кому надо аршамы. Войт, онзай, нужны вам? Я что-то хуй знаю. Мак, поставь порт. На офспек кому-нибудь надо? Давай хули кинем ролл. А вот нужны они тебе или нет? Просто у тебя приоритет. А я хуй его знает, блять. Ну у меня, что там, 67 крита. Ну отдашь, если что, хилу. Ой, этому взрослому. У меня просто с двумя дырками, они только что по этому левелу больше. Маг уже в портал, да, зашел, я так понял. Да. Рольте, перчатки. Ладно. Либо ты перчиновар. Наверное. Саришка, ебани еще раз в портал. Что, никому не нужны? Давай, дал, пох. По рольте по ноже. Воин жрец друид. Хуя себе, блядь. Чё? Всё, что ли, блядь? Мало народу так ролит. Да ну тебя, локал. Ну все, локал, заходи, Катя, спекайся. Ну их всегда много. Потому что 4 класса ролит. Ну и такие классы распространенные, типа ДК. Ликан, спекнешься в этом, в магике? Около раскидаю, там себя искать. В прото. Дашь бафчик? Не знаю, мы с первого раза как пошли, но как начали падать ТТшки на приста друида вара. У нас их уже на второй спек все пособирали, блять, уже было такое, что даже некому отдавать было. Почему я в этот момент не пришла? Только на ДК не падала. Да, вообще только падали одни и те же ТТшки на приста вара и друида. Локал вообще тут? Да тут, он же пати принял.
Что они там, АФК, что они сумасшедшие? Не знаю, я лечу. Тикайте, что вы стали вообще возле шкафа просто так? Кто там еще не пришел? Тестер. Сейчас плечо зачарю. Да, ровно этот хан ты себе сакет забрал. Угу. Красавчик. Ну, шаманов и кастерных сумм. Можно врываться. Видите, точно, чтобы меньше урона влетало. Убегайте из-под дождя, медики, водите танки оттуда. Что-то ДПС мало, давайте посильнее. Следующую метку поставил, добивайте того. Тащите, кто там не на мобах еще. Подаван тащи. Ага, подаван держит. А, ну все, это нормально. Я просто не вижу, кто из вас наводит на босса. Он пришел. Залетный. Заберите восьмини, нет? Конечно, сброшу. Следующую метку поставил. Выходите из дождя, ордена. Не ждите. Завели вниз, все РДД сверху стоят. Ну, двигайтесь за мобами. Миники, он дамажит. Следующую метку поставим. Дим на ману поем. Следующая метка. Кто на кубы хочет стать, покидайте плюсик в чат. Еще двое. Хотя бы один. Все отлично. Что-то нету вашего. Да, пиздово. Тут люди встают, те, кто знает, что прожмут, а последние пять. Не факт, что прожмут. Можете покурить там 2-3 минуты, пока я расставляю метки. Так, шаман здесь. Отлично. Декан, декан,
Так, ты чё подала? Магика потанкуешь или пусть Жанки? Танкую. Потанкуешь? Ну, Жанки тогда просто постоишь, подамажишь. Вот, так. А у него спека ДД нету? Я не знаю, есть у тебя Жанки? А, ну, тогда на кубке. А, просто. Давай тогда я подамажу, а он потанчит, коль нету. Хорошо, давай. Тогда Жанки ты на боссе. Ликан отмена. Так, кто-то там боб на анхоле хочешь? Нет. Да там протобаф можно типа дать. Он обратно в ретрика спехнется, он остается. Ой, что там осталось у нас? Чайненько. Так, все, на нас метки расставил. Кто стоит на кубах, на куб метку и на вам на голову соответственную метку, соответствующую. Вот, по кастам, сейчас распределю. Слушайте, так, ну ДК... Hard to kill ты свой каст бьешь, то есть крест. А, так, что у нас есть еще? В принципе, и все. Остальные сейчас говорю. Коне, ты бьешь квадрат. Кидайте плюсик, если слышали, что я сказал, чтобы я знал, что вы здесь. Коне, слышишь? Отлично. Так, печеньку. Анхоли, ты печеньку сбиваешь. Ну и помогайте танку, притягивайте их сразу в кучу, когда они будут сбегаться. Так, Рога, Шепард, ты сбиваешь ромбу. Что осталось у нас? У нас осталась звездочка. Звездочки сбивают подаван. Подаван, ты сбиваешь звездочки. Все. Ну, танк собирай в кучу, массу не бейте сразу. Ждите, танк соберет в кучу, бейте только звездочку там. Разъебем ее. Остальное ждите, когда массу. Я скажу, когда можно массу. Мы зальем. Все, проверяю на готовность. А поехали. Кто танчит? Джанки. На него напуливайте, если что. Ну, еда, ничего страшного. Не буду на троих ставить. Все, все готовы. Давайте, даю отчет. И только звездочку играю. Скажу по бомжам, всем по никам. ДКшники, притягивайте свои кучу. Все, можете массу вливать. Hard to kill, дай бомжей, пожалуйста. Подаван, скинь бомжей. 3 секунды. Шумно. Джанки, скинь бомжей. Вон на анхоле скидывайте уже. Добивайте и резайте Павшу. Там еще не будет цена. Нихуя там сколько бомжей, блядь. Ебать, человек 50, да? Когда на БГ пришел, да? Пробафайте массовым бафом. И на свои метки бегите, вставайте. Все живы у нас. Все живы. Кать, ну побегаешь, похилишь там метки. Какие именно? 130. Ну, захиль, наверное, я думаю, крест там прожмется, печеньку и квадрат хиль. Угу. Сразу не дамажим, только на пул убью. Дайте поставить босс. Каску не дают. Скиньте каску. Он на квадрате, Жень. Я на квадрате. Ага. Ждем, ждем, танк ставит.
Все, можете вливаться. На полу не забываем скинуть. Бл, не надо давать. Бля, давайте БЛ. У меня таймингов нету. Есть у кого показывает? Из-за того, что, наверное, умер, у меня слетело. Но у меня показывает, что 30 секунд до вспышки. Всё, ну, тогда это линкуй. Что там по времени? 10 секунд пишет. Подошли к кубам, ждем каст. Нажали. Нажали, кто не нажал. Вы так не пугайте. Держим до конца, вас подхилят. Если меньше половины остается, отпускайте. А ты да, не квадрат? Звезду лучше подхиливать, потому что он падает быстро. Звезда отхлепал, он все еще точку может только дать, да? Ну, попытай его, Катя. Сначала. Да, пойду между ним и магом стану. Да, я в точке, в принципе, не сильно разваливаюсь. Я не могу прохиливать, пока огонь. Остается 15 секунд, локал, говори, чтоб мы знали. Ага. Глыбу чем-нибудь отдавай. 7 секунд. Кружок сдох. Кружок, ну, я вижу, аркай, да? Подошли, нажали. На кружок нажмите кто-нибудь. А хуй. Надо я было... дойти не успела до него. Надо было кому-то на тапках бежать. Как он сдох, можно узнать? Да. Лужа, скорее всего. Я же специально поставил очко куда-то, чтобы не били босса. Мак, ну, по ДПСил, все нормально, да? Типа, сэкономил время. Проверяй, нахуй. Ладно, хер с ним. Бывает. А что у тебя глыба КД была, Марк? На шо вы налетели? С кем не бывает? Смотри, если огонь повешается еще раз дебаф, ты просто глыбы сними его. Ну ты не дамаж, не дамаж. Так, рыбу ставлю, кушайте. Две рыбы. Рибафайтесь и поехал. Все то же самое, все свои цели помнят. Заходим внутрь. Лучше вообще не бейте сначала, чтобы никто не умер. Соберут в кучу. Не поел, там же стоит две рыбы взрослые. А помните это фильм 3 икса, блядь? Лысого дядьку. Угу. Так, ну все, дает что-то, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Все, погнали.
Все, можно массой заливать. Давай бомжей на холле. 8 секунд. Под аванс кидай бомжей. 3 секунды. Минуты. Ну, заебали. У кого есть, скидывайте. И как только откадешиваете, скидывайте тоже. Не забывайте залп стрел сбивать. Даже сильнее залили, смотри. Не Пать, полторы минуты еще. Смотри, сколько бомжей идет. Да, еще зомби вон бегает. Печеньку и звезду подхиливать, да? Да. Тебе лучше вообще рядом с печенькой стоять. Так я о чем говорю, блядь? Есть минута как раз рассказать, блядь. Там, короче, этот, Дизель, типа, сделку заключает с этим типом-то в клубе. Ну, говорит, это, блядь. Ну, ладно, говорит, подписали там, этот мужик, говорит, волосатый, говорит. Ну, ладно, говорит, с делами покончено, можно и отдохнуть. И его, это, кореша такой, как это, занавеску подвигает. Сучки, сюда, говорит. Ты про что рассказываешь? Фильм про Триса. Ты что, маленькая была, ты не знаешь. Про свою обычную пятницу, видать, рассказываю. Сучки, говорит, сюда. И такие редарки заходят. Вот у нас так же. Выдст собрался. Сучки, сюда, блядь. Локал не пришел почему-то на этот зов. Ой, локал, этот монки, блядь. На антенну. Че, мы БЛ с пула будем давать или на первых кнопках? Да с пола. Все, залетайте, БЛ, давайте. Ну, так же, локал, говори по времени. Окей. У меня хуй, все, теперь не работает. Ты доебался до мага, ну, с кем не бывает. Да ща побью, чё, не вопрос, чё ты думаешь? Напугал, что ли? 10 секунд. Подошли к кубам, ждем каст. Нажали. Всё, держу. Отлично. Что там, Блад ДК вообще дамажит, нет? Да иди нахуй, слушай! Он первые 30 секунд дамажит, а потом это... как 25 бомжей. Надо 3 ДК танка, нахуй, с истерией. Чё вы босса за 30 секунд не убиваете, да? Ну, и 4 роги, короче. Чтоб друг за другом на пулы поддерживались. Даже Фрост ДК дамажит, а Блад не дамажит. Даже. Фрост сейчас больше всех дамажит. Там ему РПшку, по-моему, надо. Кому? Владу, да. Владу, ну. 1260. Да, Фросту тоже надо. Ему крит ему нужен. Я сказал, что... Потом по времени лок. После второго откидывания. Ну, сейчас после откидывания к кубам подходим, ждем. Все, подошли к кубам, ждем. Нажали? Ой, прохилить, у меня тучки не было.
15 секунд. Подошли к кубам, ждем каст. Все, ждем, стоим. Нажали. Скоро два потолка будет. Нужно будет прижаться к стенкам, и я скажу, куда прожаться на защиту, что есть. Мы с шаманом друг у друга орехи пиздим. Своя игра. Дошли к стенкам. Сейчас будет обвал. Прожмите защитные способности. Ну, по таймингу сейчас. 15 секунд. Сейчас могут сбиться так же. 10 секунд. Пойдите в куба. У меня пишет, вот осталось 6. Да, она сбивает. Ждем у кубов стоим. Нажали? Хоть хп у него отлетает под кулом, конечно. Все, добиваем. Сечевка опять полутал где-то огонь. Да он меня прям под жопу поставил его, блядь. Бывает. Потом... Ну, их 25, да. Потанкуешь что? Какая разница, там первый или второй танк? Там, в принципе, почти одно и то же делает оба танка. Лик 25 сейчас. Кто у кого КД или там не хочет, не может ливать. Все разрыло. Ну да. Поройте мешок. Всем. Не софт. Нужна кому-то эта сумка? Ее может только одну носить. Голову пороть? Мог тебе надо. Там кольца 245 с ним. Хватит там роллы. С соткой не поспоришь. Плащик силовой пороль с меткостью на дышке. А где у нас Валера? Он же хотел потестить сегодня своего танка. Ну, видимо, жена. Решила, ну, допустим, что-то пошло не по плану у него. Да ты, Гавр, все шмотки забираешь постоянно. Блин, вот ты, блядь, охренел. Идите в жопу, блядь. Король тебя в хэнстиком. Кусок говна, блядь, а. Зеленого. Где джипси? Вот. Маунта пороть. Все. А, блин, там еще грудак, сука, чуть забыл. Грудак, ролить. Паул, разбойник, шаман. Блин, за каждый раз сроливает, кому-то отдает. Лучше бы он так над друидом не сролил. Молодец, софт. На тебе нету сейчас. А маунта забрал. Блять, сейчас скажу. А джипси вроде. Нет, а стоп. Вот, не, Элия, это танк. Ну, шаман какой-то. Mm-hmm. Все, вижу, нету тюнгрынака. Вот сейчас бы это тело зашло бы этому Ванзаю, как раз четвертый токен. Ну,
Выбьем еще что. Все, все, кто не пойдет ливать. А у меня такой вопрос. Когда вы успели КД на Х25 полутать, если только сняли КД? А они с утра просто. С утра тоже собирают рейды. Это не наши. Сколько там обновляется? А,